Чувашии ремонтируют железнодорожные пути. Работы идут на участках Алтышево-Атрать, Шаркистры-Урмары, Куркачи-Арск. При этом график движения пассажирских поездов не нарушается, а ремонтные бригады меняют железнодорожное полотно по ночам. Обновление путей повысит надежность железнодорожной инфраструктуры. После ремонта будет увеличена и скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Всего за летний сезон планируется обновить около 235 километров железнодорожного полотна на полигоне Казанского региона Горьковской магистрали.